Не так все должно происходить. С вашей точки зрения или с моей? Насилие порождает ненависть, а ненависть порождает насилие. По какому праву вы проливаете кровь? По праву рабов, которые хотят наказать своих мучителей. Цезарь, я сам произошел из рабов, и я прошу вас показать пример человечности. Но ведь я не человек. Я знаю. Вы сын весьма развитых обезьян. Чей ребенок будет править всей планетой? Для того, чтобы улучшить все или чтобы стало хуже? А вы думаете, что может быть хуже? А вы думаете, что ваше восстание может сделать вас свободными? А завтра? Завтра будет слишком поздно. Если маленькое насекомое может передавать сообщение другому на расстоянии 100 километров, то шимпанзе может стать повелителем Земли. Возможно. Вы же видели все сегодня. Обезьяны с 5 континентов могут перевернуть весь мир завтра. С ножами против винтовок, со спичками и бензином против могущественного огня. И в этом огне, что мы зажгли сегодня, завтра возродится мой народ. Он сплотится, будет развиваться, учиться. Ожидаю тот неизбежный день, когда человек станет ничем. Тот неизбежный день, когда он погубит сам себя, повернув оружие против себе подобных. Этот день записан на скрижалях, когда все ваши города покроют радиоактивная пыль, когда моря станут мертвыми. Мертвыми, когда земля станет абсолютной пустыней, вот тогда мой народ восстанет и покажет, на что он способен. И мы построим собственные города, где не будет места ни одному человеку, разве только в качестве слуг. Мы создадим нашу собственную армию, нашу собственную религию, нашу собственную династию. И этот день придет, придет сегодня. Thank you.